В легкоатлетическом манеже клуба «Металлург Магнитогорск» прошел очередной спортивный праздник. Его участниками стали ветераны градообразующего предприятия. Неутомимые и нестареющие любители здорового образа жизни представили многие цеха и переделы ММК. С подробностями Павел Зайцев. Место встречи изменить можно. Бывшие работники ММК, которые, достигнув определенного возраста, не желают прятаться в уединении собственных квартир или садовых участков, собираются вместе регулярно. И на открытом воздухе, и на закрытых спортивных объектах. Им всегда и везде найдется чем заняться. Это часть программы «Активное долголетие», которую финансирует профсоюзная организация ОММК. И вот один из этих элементов – это спортивные праздники. Стоит заметить, что пенсионеры ММК востребованы в самых разных областях городской жизни. Например, в течение нескольких последних дней отдел детских учреждений управления образования охотно привлекал ветеранов для субботников. Нужно было подготовить к очередному летнему сезону загородный лагерь «Уральские зори». ОДУ очень любит нас, потому что пенсионеры работают на совесть, честно, зарабатывают там, ну, во-первых, сами оздоравливаются, их там кормят. Ну и, в общем-то, все довольны. Ну а на спортивные праздники вот до 600 человек у нас собирается. Самыми массовыми, конечно, являются осенние старты. А вот весенние, в этом году перенесенные с апреля на май, некоторых участников не досчитались, набирает обороты дачный сезон. Но и в таком составе праздник смотрелся вполне солидно. Организаторы подготовили для ветеранов 4 веселые командные эстафеты и добрых 2 десятка индивидуальных состязаний и конкурсов, по итогам которых победителей ждали медали и полезные подарки. Павел Зайцев, Василий Бабердин, телекомпания ТВН.